Массированному ракетному обстрелу подверглась сирийская военная база «Тайфур» в провинции Хомс. По данным государственного информагентства САНА, пуск был произведен со стороны Средиземного моря. Ракеты пролетели над территорией Ливана и ударили по базе ВВС на востоке провинции. Кадры атаки публикуют местные жители в соцсетях. Сирийские ПВО частично атаку отразили, они смогли поразить 8 целей. Сообщается о жертвах среди военных, но их число пока неизвестно. Информагентство предполагает, что обстрел является агрессией США, но в Пентагоне причастность к атаке не подтверждают. От комментариев отказались и в Госдепартаменте.